друзья, подписчики мои, вы знаете, какой у нас сегодня будет батл? Я вам покажу, смотрите. Глайдер Октавор против Мираж Фафнира. Вы спросите, а почему такой странный бой? Я вам объясню, потому что Мираж Фафнир против Роктавора — это просто огонь. Кстати, друзья мои, на моем канале Брикзон неделя Фортнайта. И понимаю, почему вы еще не подписались, друзья мои? Неделя Фортнайта! Просто посмотри, какие там крутые постройки я собираю. Просто, ой, я не буду вам все показывать, ребятки. Короче, Брикзон, обзоры конструкторов. Какая-то внезапная тема. Ладно, погнали. Фафнир. Роктавор. У нас, видишь, они равны, они практически, буквально друг другу стоят. Это очень хорошие, мощные, сильные волчки. Это прямо огонь, ребята. Роктавор против Мираж Фафнира. Я не знаю, кто бы еще вам показал такой бой. Просто нету канала. Все слились, все, перестали снимать Бейблейды. Остался Бейзончик один-одинешенький. Вот, у нас Глайдер Октавор против Мираж Фафнира. Вы заметили, кстати, что вернулись 3 ролика по вашим большим просьбам. 3 ролика каждый день. Видите, что происходит? Роктавор победил, но победил неубедительно. Давайте запустим... Вот сейчас проверим ваши лайфхаки. Запустим Фафнира слабее. Оп! Ну так, знаете, чтобы Роктавору неповадно было, но... Суть, друзья мои, сегодняшнего видеоролика... Увидеть вот это, то, что мы видели с вами прямо сейчас, ребята, я вам объясню. Фафнир может быть и не может перекружить Роктаворчика, но сокрушить его — это Фафнир. Только дай Фафниру шанс, только дай, скажи, Фафнир, вперед, фас, и он уже мчится сокрушать. Дальше. Мираж. Роктавор. Мираж против Роктавора. Итак, ladies and gentlemen, please welcome Мираж Фафнир против Роктаворчика. Прям очень мне интересно, слюни прям вылетают из моего пенного рта. А забрызгали камеру, кстати сказать. Я думаю, знаете, что я протираю телефон сука каждый день, а там потому что мои слюни. Вот, ребят. Глайдер Роктавор против Мираж Фафнира. Вот это просто. Вот сейчас опять победил Роктавор, но наша задача все-таки попытаться взорвать, сокрушить Роктавор. Давайте запустим вот что, еще раз слабее, ну-ка. И легонечко так слегонца, а Роктавора очень сильно мы запустили. Вот, снова, смотри, произошло выбивание. Друзья мои, понимаете, лайфхак, если у вас кто-то выпендривается во дворе Роктавором, то вы просто говорите, апфафи, изи. И запуск... А ну-ка рукой. А вот мы сейчас рукой запустим. Так, куда, в какую сторону мы запускаем рукой? Ага, я понял. Все, поехали. Бейблейдо, бёрст! Просто ручной взрыв. Давайте, смотрите. Раз, два. Сейчас будет бёрст для... Ладно, еще разок. Опа! Возможно, я как-то криво запустил. Давайте попробуем еще раз. Да что такое? Давай двойной. О, получилось. Ау, сейчас вы напишите. Да я рукой, да и... Да красавчик, да ты молодец. Да прям лайк тебе поставлю, ребят. Вау, шибери-бери-шибери. Итак, у нас что? Роктавор против Миража. У меня пот текет, друзья мои. У меня жара сейчас плюс 40. Я сейчас в Таиланде, и мне так хорошо. Мне так хорошо, если бы вы знали. Итак, у нас Роктавор против Миража Фафнира. Вот. Оу май. Ну давай, мы ждем все бёрсту. Нам не нужны вот эти шоркани, нам нужны бёрсту. Настоящие мужики делают бёрсту, а у нас ничья. Между прочим, у нас ничья. То есть вы поняли, да, концепт сегодня, посыл сегодняшнего нашего видеоролика, что... отвалился у меня Фафнир. Посыл, я думаю, вы все прекрасно поняли. Оп! Оп! Роктавор против Фафнира. Итак, друзья мои, вот такое у нас сегодня было видео, но если кому-то оно было полезно, сегодня я показал то, что действительно Фафниром сокрушить Роктавора можно. Да, пускай, то есть вы должны понимать, не всегда так получается. Есть нюансы, друзья мои, и нюансов дофига. Вот. А вот Роктавор победил. Вот как назло. Вот такое было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забывайте про дин-дин-дон, дин-дон. Всегда для вас стараюсь, чтобы вы ставили побольше. Есть миллионы шансов, чтобы поставить лайк, подпишитесь на канал, это бесплатно. Всем удачи, всем пока-пока.